Что, торопишься на переговоры? У нас дело безотлагательной срочности, прости нас. Да-да, по вам видно. Ну ладно, ладно. Я и так уже услышал все, что хотел. И что сказали? На троне Айдирна сядет законный наследник престола. В стране настанет мир. Чего еще желать? Принц Стэнис. Он здесь? Король Стэнис. Короновался 2 дня назад. В Венгерберге. Только что прислал вестников. Все присутствующие решили, что он будет добрым королем. Принц Стэнис. Отравитель, трус и подлец. Его трясло от презрения к крестьянам. Он весь сочился презрением. Но он не заслужил смерти. Не за самосуд сражалась Саския. Принц Стэнис I, сын Димовенда III, стал 17-м королем Айдирна. Он завоевал сердца людей, стал надеждой своего народа. Разрушенному королевству был нужен властитель, который думает о подданных. Стэнис I мог стать им. Вижу, со стражниками ты уже разобрался. Орденская падаль. Они, конечно, не воплощение добродетели, но они просто делали свое дело. Значит, недостаточно хорошо его делали. Идем? Мы можем идти? Да, пойдем. Пора с этим покончить. Нравится тебе это или нет, Ян Наталис? Темирия будет разделена. Для ее же блага. Для блага всего Севера. Объединенные силы Каэдвена и Редании остановят междоусобицу и гарантируют мир от Горсвелена до Эландера. Сейчас Темирия все больше напоминает долину Понтора. Которая, как я понимаю, в настоящее время находится под властью Айдирна? Ты ошибаешься, Родовит. Верген свободен. Свободен? Как прикажете это понимать? Нижняя Мархия больше не принадлежит Каэдвену и не входит в Верхний Айдирн. Принц Стэнис низложен. Король Стэнис. А также мы нанесли сокрушительное поражение армии короля Хенсельта. Твои отряды, милая девушка, собраны из крестьян-бунтовщиков и разбойников-эльфов. Рано или поздно они должны будут принести кому-то присягу или будут разбиты. Народ долины Понтора принесет присягу мне, королеве Саскии. Как суверенное государство, мы высказываемся за созыв Капитула и Совета. Ты девушка из простого народа. Единственная корона, какую ты достойна носить, это венок из полевых цветов. Редания не признает такой коронации. В таком случае тебе придется выбирать, король Родовит. Совершишь ли ты раздел Темерии или выступишь в поход на Нижнюю Мархию? Король Хенсельт, правитель Каэдвена, последний из рода единорога, поклялся признать долину Понтора независимым королевством. Филиппа Эйльхард была тому свидетелем. Ай-яй-яй. Филиппа Эйльхард обвиняется в государственной измене. И сейчас ждет суда в моем подземелье. Она была узницей в твоем подземелье, Родовит. Но теперь ее там нет. Она сядет рядом со мной в Вергене, как королевская советница. Все, чего мы достигли под Вергеном, пойдет на смарку. У нас есть стилет. Еще не все потеряно. Приступим к делу. Документ, определяющий права и обязанности Совета и Капитула, является, как мы установили, точной копией статута, найденного в развалинах на острове Танет.
важнейший вопрос. Назначение капитулом королевских советников. Сейчас при многих дворах состоят случайно выбранные маги и чародейки. Однако во времена прежнего капитула на эти должности назначались специально отобранные люди. Может, мы сами назначим советников? На этих людях лежит огромная ответственность, Ваше Величество. Капитул хочет быть уверен, что советниками станут компетентные лица. Которые смогут позаботиться об интересах капитула. Разумеется. А основным интересом капитула является благо королевств Севера. Документ подписан теми, кто войдет в капитул, и теми, кого мы предлагаем в качестве советников. Недостает только подписи Шиалы де Тансервиль. Без королевских печатей вы сможете назначать советников разве что пастухам. Вы правы, Ваше Величество. Ваше Величество, прежде чем вы подпишете этот документ, я просил бы вас выслушать меня. Ваше Превосходительство, при всем уважении, этот вопрос не касается Нильфгарда. Я прибыл сюда по приглашению короля Хенсельта. Вы лишаете меня права голоса? Что это значит? Этот человек пытался убить меня сегодня утром. Он покусился на жизнь посла императора на ваших землях. Как я понимаю, его допросили? Он показал, что от его руки погибли Фольтест и Демовент. Он также назвал личности своих заказчиков. С убийствами мне помогли чародейки. Продолжай. Ложа чародеек хотела устранить правителей, которые действовали против магов. Ложа чародеек. Мы составили список. Филиппа Эйльхарт, Маргарита Луантиль, Трис Меригольд, Кейра Мэтс, Франциска Фендебаир, Ида Эмиан и, наконец, Шиала де Тансервиль. К моему разочарованию, в этой ложе также состояли две чародейки из Нильфгарда. Асеревар Анагыт и Фрингилье Виго. Император предпримет в их отношении все необходимые меры. Наша королева вышла попудрить носик. Что это означает, Ваше Величество? Арестуйте их. Ваш документ подождет, уважаемые чародеи. Вы не имеете права. Сдавайтесь, если не хотите очередного побоища. Второго Таната. Пусть суд выявит изменников. Шиала! Найди Шиалу! Ведьмак, вернись, пока не поздно. Меня не остановишь ни ты, ни кто-либо другой. Если придется, я убью тебя.
Ты опоздал. Я стабилизировала телепорт. Тебе некуда бежать. Рано или поздно тебя найдут. Я предпочту уйти на своих условиях. Где Лето? Сайсинтесис им скоро займется. Им и всеми идиотами, которые спят и видят, как бы сжечь чародейку. Где он? Я не знаю. Я сама ищу его после убийства Фольтеста. Лето обманул всех. Мы купились на его туповатую мину и тяжелый взгляд. Ты так и не понял? Да, Ложа хотела избавиться от Димавенда. Он был слабым, чудным королем. При нем Айдирн постепенно умирал. Его надо было убрать. Мы выбрали наименьшее зло. Лето как раз оказался под рукой. А Фольтест и Хенсельд? Мы не имеем к их смерти никакого отношения. После убийства Димавенда Лето использовал золото и нашу поддержку, чтобы связаться с Йорвитом. Эльф должен был укрывать его до тех пор, пока шум вокруг убийства не утихнет. По крайней мере, я на это рассчитывала. Это не Ложа убила Фольтеста. Тогда кто? Нильфгард. Лето – король лжецов и император изменников. Он с самого начала трудился во славу Великого Солнца и Белого Пламени, пляшущего на курганах врагов. Он обманул всех. Меня, Йорвита, твою дурочку Трис и тебя. У тебя есть доказательства? Только что я получила донесение от агентессы Ложи в Цинтре. Армия Нильфгарда выступила в поход. Как раз сейчас она форсирует Йоругу. Ты думаешь, что при нынешних обстоятельствах Север сможет обороняться? Веришь в очередное чудо под Бренны? Я не знаю. Но довели до этого вы. И вы ответите за все. И никогда вы не смоете пятна предательства. Может так случиться, что никто не выйдет из этого города живым и не узнает, что тут произошло. Филиппа управляет драконом. Когда я исчезну, он превратит город в пылающий склеп. Может быть, мы проиграли битву, но война только начинается. Впрочем, тебя это никак не коснется, ведьмак. Ты умрешь здесь. Прощай. Что-то не так. Бриллиант. Кто-то подменил карты. Этот с изъяном. Меня разорвет на куски. Геральт, вытащи его. Ты спас мне жизнь. Если сам уцелеешь, иди в Нильфгард. Йеннифер из Венгерберга там. Прощай, ведьмак. Thank you.
Вежливые банальности можно опустить. Да, они нам ни к чему. И все-таки я чувствую, что ты готов к бою. Пару минут назад мы бились не на жизнь, а на смерть. Я понимаю. Надо полагать, теперь я должна поделиться с тобой сокровищами. Традиции рода, все такое. Не надо. Ты доберешься сама до Вергина? Думаю, да. Мои раны быстро заживают. Филиппа воспользовалась суматохой и бежала. Ты не боишься, что она откроет кому-то твою тайну? Есть вещи, которые никак от меня не зависят. Я не собираюсь преследовать ее. Быть может, судьба еще сведет нас. Или нет. Время покажет. Филиппа не из тех, кто легко сдается. Оправившись от ран, она снова попробует подчинить тебя. Но в этот раз я буду осторожнее. К тому же теперь я знаю про Эльхард даже больше, чем мне хотелось бы. Больше, чем хотела бы знать? Я была послушна Филиппе, но не слепа. Эльхард не сумела скрыть от меня свои секреты. Я знаю ее слабое место. То, что однажды сможет ее уничтожить. Это очень ценное и опасное знание. Поэтому я оставлю его для себя. Шиала и Филиппа вышли из игры. Ложа потерпела поражение. Это хорошо. Но я боюсь, что мы о них еще услышим. Ты знаешь, что армии императора Имгыра форсировали Яругу? Я ждала этого. Филиппа тоже. Что ж, мы разгромили аэдирнских дворян и Хенсельта. Если нам еще раз улыбнется судьба, побьем и императора. Знаешь, ты не первый дракон, с которым я разговариваю. Ты встречал моего отца, дракона Виллен Треттон Мерта. Иногда его зовут Борх Тригалки. Я думал, у него не могло быть детей. Он тоже так думал. Я не совсем понимаю, это от него ты получила способность к полиморфии? Я могу принимать только одно обличие, человеческое. Он мог превращаться в кого хотел. Еще ты медленнее, у тебя нет его рефлексов и золотой чешуи. Угу, а еще у меня нет его усов и пивного брюшка. Прости, что я разочаровала тебя. Это ты меня прости. Профессиональное любопытство. Интересно, где сейчас Борх? Кто знает. Он научил меня всему, чему считал нужным. И улетел в дальние дали. Так живут все драконы. И еще он дал мне имя. Саэсентесис, если я правильно расслышал. Мне больше нравится Саския. Скажи мне, что будет теперь с Йорветом? Будем честны друг с другом. Он разбойник и убийца. Я не стану обелять его или валить на него чужие грехи. Он сам должен заслужить уважение. И, быть может, через несколько поколений люди забудут о его делах. Ты использовала его? Геральт, Йорвит за свою жизнь убил людей больше, чем ты съел котлет. Его нельзя просто взять и использовать. Он сам поверил мне и с самого начала знал, за что мы сражаемся. Это был его выбор. Ты правда не понимаешь, о чем я говорю? Неужели ты никогда не замечала, как он на тебя смотрит? Мы сражались с ним вместе за общее дело. Йорвит сделает для тебя все. Мой вопрос, что ты готова сделать для него? Для Скаэтаэли всегда найдется место в свободной долине Понтера. А что до самого Йорвита, я слышала, что о нас говорят. В общем, может быть, мне и пригодился бы рядом человек. Или эльф. Мне пора. В Вергине ты всегда будешь желанным гостем. Вот только если решишь там поселиться, то... У меня другие планы. Я знаю. Иногда я жалею, что не умею видеть будущее, как мой отец. Иногда сюрпризы — это не так плохо. Будь здоров, ведьмак. Yeah!
ваших рук дело, сын. Вначале был хаос. Что с Саскией? Жива. Она ранена. Я задел ее во время боя, потом она напоролась на дерево, потом еще этот стилет. Но с ней все будет хорошо. Горный воздух полезен для драконьей шкуры. Ты самый благородный человек, которого я знаю, Гвинблейд. Я не человек. Хорошо, что напомнил. Минуту назад моя ненависть к этой расе едва не начала таять. Где Лето? Вы его поймали? С ним странная история. Он сидит в бывшем лагере тимерцев. Кажется, он ждет тебя. Откуда ты знаешь? Я его видел. Трис у него. Пойдем. Расскажешь мне, что тут произошло. Пока ты дрался с Саскией, в городе разыгрался кровавый спектакль. Кто в главных ролях? Актеров было много. Сперва искали изменников, но все быстро переросло в погром. Еще была пара стычек между солдатами Каэдвена, Редани и Тимерии. Насилие, грабеж, убийство. Неважно, в какой последовательности. И орденские святоши, и простая солдатня все охотились на чародеев. Короли съехали сразу после атаки дракона, вместе с личной гвардией. А нильфгаардцы? Пытались сохранять нейтралитет. Стреляли во всех, кто подходил к их лагерю. Когда мы с тобой закончим, от тебя одни лохмотья останутся! Эльф, бей нелюдя! Звери, подлые скоты! Ты как? Нормально. Оставьте меня. Что здесь случилось? После переговоров мы спрятались в каком-то доме, но нас нашли. Моей сестре отрубили руки, чтобы она не могла колдовать. Я убежала, а тут меня догнали. Пойдем, Гвинблейд. Это какое-то безумие. Вот такой теперь Лок Муинни.
Я что-то слышал. Имперцы! Здравствует император! Здравствует император! Ну давай, договаривай. Мне удалось пробраться в лагерь нильфгаардцев. Я видел, как Лето выводит от них Трис. И они его выпустили? Никто не решился встать у него на пути. Я пошел за ним. Наверное, он меня увидел, но не обратил внимания. Когда в городе все улеглось, он перебрался в бывший лагерь темерцев. С Трис все в порядке? Да. Лето защищал ее от мародеров. Останься тут, Йорвет. Дальше я пойду один. Почему? Это касается только нас. Присмотри за Трис, пока я не вернусь. Дело твое. Да, и вот еще что. Нильфгаард пересек Яругу. Будет война. Вафайль, Гвинблейд. Не дай себя убить. Бывай, Йорвет. Если не вернусь в течение часа, найдите Саскию и уходите без меня. С тобой все в порядке? Да. Он вырвал меня из рук нильфгаардцев и защищал от солдатни. Пора положить этому конец. Йорвет ждет тебя. Я догоню вас. Геральт. Он много знает. Я понимаю, Трис. Поэтому я должен с ним поговорить. Не дай себя убить, ведьмак. Не бойся. Не дам.